А вот уже и под занавес матча Фернандо Иерро стал ошибаться. Антонио Субесарета был сейчас на первом плане. Встали уже игроки сборной Испании со своей скамеечки. Понимают они, что сейчас самое главное. Вот оно! И вот она, видите? Вот она ничья, долгожданная ничья. Вот, ничья по этим минутам для сборной Кореи. 11 номер Се Чжуго все-таки забил этот мяч. Да, вот это, видите, игра. Душно, жарко, но безумно интересно на стадионе в Далласе. И я думаю, что 60 тысяч болельщиков, которые пришли на этот матч, не пожалели. На нашем табло уже появились нули. Нули, которые говорят о том, что 45 минут истекли. Еще одна аксиома. Вы, конечно же, знаете, что только судья, а это Петер Микельсон, фиксирует, сколько осталось. А мы смотрим за атакой корейской сборной. Сейчас, я думаю, что будет еще один повтор. Вот передача. Видите, передача в линию с защитниками. Зрячий в ближний угол, но с близкого расстояния. Скажу так, безусловно, испанцы имели преимущество. Корейцы...